Сейчас без 10:07. Впереди большой день. Столько всего предстоит сделать. Во-первых, сделать зарядку и очень-очень хорошо позавтракать. Потом мы едем с сыном, я его отвожу на акробатику. Потом, когда вернусь, мне сегодня точно в плане стоит, и мне нужно записать два видео. Одно будет мотивационное, одно обучающее. Сегодня в плане есть три звонка с клиентами. Один клиент – это консультация, мы с ним уже работаем лет 5. Когда ты консультант, ты пришел, поговорил, тебе говорят, все классно, ты ушел, но ты не знаешь потом, что произошло. Здесь я знаю, что произошло, я вижу, как все круто, как все развивается. И каждый раз, когда вот мы с этим клиентом встречаемся и видим друг друга, вот мы прям рады видеть друг друга, потому что я ему приношу пользу, а он мне хорошо платит. И мне кажется, вот так и надо работать. Еще я хотел бы сегодня найти время на то, чтобы поиграть на флейте хотя бы 30 минут. Надо играть каждый день, тогда будет прогресс. Но что из этого реально получится, я не знаю. Я всегда так. Я имею свой список, и я смотрю, как он стыкуется. Нужно согласовывать свои желания с объективной реальностью. Посмотрим, как пройдет сегодняшний день и что получится завершить к вечеру. Я еще забыл одну вещь. У меня сегодня вечером будет тренировка, домашняя тренировка, не в спортзале, по программе тренера. А это значит, что мне нужно не забыть ему позвонить. Блин, реально дофига сегодня. Когда девочки уже легли спать, что такого? Такие не будем мерить, нет? Это то, что... Костя, представляешь, вот кто-то ведет блоги, он все время вот так таскается с камерой и что-то еще в эту камеру рассказывает. По-моему, фигня, нет? Может, поверили выйдем? Конечно. Чудеса случаются, я 2 месяца ждал вот эту штуковину из Китая, с Алиэкспресса. И включаем. Сейчас я пишу на вот этот замечательный... Прямо вот сейчас это сделаю и скажу, оно или не оно. У меня через 20 минут консультация с клиентом, поэтому я хочу успеть. Я думаю, что для студийной съемки я все-таки оставлю петличку. Но для всяких выездных съемочек... Да я помню, сейчас у меня с клиентом будет уже 1000 напоминалок, чтобы не пропустить. День продолжается, консультация с клиентом у меня длилась 2 часа вместо часа. И тем не менее, тренировка обязательно случится, потому что если забивать на свое питание и на свое физическое состояние, то не будет ни сил, ни энергии для того, чтобы делать что-то еще. Поехали. Это что? Целый пиратский корабль! Это что значит? В этом очень хорошо сохранившемся корабле. По-моему, это даже сундук. Так, я тут нашел еще кнопочку, которая называется плюс 10 дБ. В режиме плюс 10 дБ. Ну что, друзья, этот момент настал. Наконец-то в чем-то ее убедить и на что-то вдохновить. Поэтому... День подошел к концу, на часах без 10:12. Я не все успел, но много чего успел другого. Отвез сына на акробатику, купил там ему спортивную обувь и получил на почте посылку, которую давно-давно ждал. Это вот микрофон, который сейчас работает. Позанимался спортом, провел консультацию с клиентом. Ну, нормально, в принципе. Флейта будет завтра утром. Пока.